Друзья, коллеги, добрый день. Меня зовут Мисан Анатолий, менеджер по качеству применения СЗР в компании Сингента. Я из города Краснодар. Сегодня мы в Белоруссии. И сегодня мы провели тренинг по настройке адаптации садового опрыскивателя для внесения СЗР. А конкретно сегодня мы настроили опрыскивающий агрегат на норму вылива 500 литров на гектар, провели износ форсунок и после настройки оценили качество внесения в саду уже непосредственно с помощью водочувствительной бумаги. Ну и пару слов скажу о распылителях, которые рекомендует Сингента. Для прицепной техники, для оптимальных пограничных погодных условий мы рекомендуем использовать 3D, средний размер капли. Как я уже сказал, он создает перекрестную обработку за счет того, что устанавливается вперед-назад. Он идеально подойдет, то есть самая лучшая биологическая эффективность будет для фунгицидов, то же самое инсектициды, диссекация контактными препаратами. Самый лучший вариант для данных видов обработки. Если у нас условия не совсем идеальные, лучше перейти на инжекторные. Сингента предлагает два инжекторных варианта. Так называемый Amistar Twin или Guardian Air Twin. Это двухфакельный инжекторный компактный распылитель, который каплю имеет уже покрупнее оси, но также дает высокую плотность покрытия. Два факела. То есть мы получаем обработку и лицевой, и обратной стороны целевого объекта. Еще распылитель Amistar. Amistar — это тоже инжекторный компактный, но однофакельный распылитель. Эти распылители производятся компанией Hyper, американско-британской, но были разработаны в сотрудничестве с компанией Сингента. Поэтому мы их предлагаем нашим клиентам.